Всем привет, с вами Артём. Подстригите меня кто-нибудь, пожалуйста. Сегодня мы будем говорить о купонах на Алиэкспрессе, а именно о купонах за приглашение друзей. Возможно, кто-то не знал об этой фишке, что на Алиэкспрессе есть такая функция, такая возможность. Но я точно знаю, что подписчики моей группы ВКонтакте в курсе этих дел, потому что я там постоянно публикую активные промокоды и купоны, которые можно применить к покупкам на Алиэкспрессе. И такая тема для обсуждений тоже имеется, и они уже все знают, получают купоны. В общем, хочешь быть таким же крутым? Подписывайся, ссылка есть в описании. Начну с того, что если вдруг кто-то что-то не поймет, я все продублирую максимально подробно в описании. Вы можете перейти туда, посмотреть, найти все нужные ссылки, где что взять, где куда что вставить, какие коды. Но сразу скажу, что мой код я не буду распространять, потому что он, по-моему, и так везде в моей группе есть. И лучше напишите свои в комментариях к этому видео без ссылок, потому что YouTube особо это не нравится, просто коды. Для того, чтобы другие люди ими воспользовались и вам дали купоны, им дали купоны. В общем, помогайте максимально друг другу, ставьте лайки, помогайте моему каналу подписками, лайками. В общем, вы все знаете, вы молодцы, спасибо. Когда я думал про этот ролик, я вообще сначала думал рассказать свою историю, как я пришел к этим купонам, к этим промокодам, вообще какие купоны дают, но я подумал, что давайте сначала расскажу про инструкцию, а потом уже все мои монологи, кому вдруг интересно станет, обязательно оставайтесь, будет много интересного. Ну, а насчет купонов все банально просто, у меня тут есть обсуждение в группе, и в принципе тут все подробно описано, я продублирую еще раз, скажу в описании. У нас есть в личном кабинете ссылка такая «Пригласить друзей», тут у нас сразу есть ссылка, если мы ее скопируем и отправим какому-нибудь любому другому человеку, и он зарегистрируется, перейдет, то нам сразу дадут купон. Купон дадут, скорее всего, 8 от 50 для старого пользователя, как это было у меня, чуть подробнее попозже расскажу. И если это новый пользователь, то это 3 доллара от 4, что довольно неплохо. Все аналогично у нас с ввести кодом, который на самом деле проще вводить, чем ссылками кидаться. Его можно тоже найти у себя в личном кабинете. Собственно, вот он мой. Ну, это даже не мой, это такой мой левый аккаунт. Но, тем не менее, он у каждого есть, и ими и делитесь в комментариях, чтобы помогать друг другу. Ну и, собственно, вот, который мне дали на новый аккаунт, это 192, это как раз там около 3 долларов от 4, что довольно неплохо. Ну и, в общем, все вводим, получаем купоны, и сейчас я расскажу, какие купоны вообще можно получить и почему они каждый месяц разные. Ну и сейчас моя история, почему так все произошло. Я в посте, который у меня в группе ВКонтакте, я его постоянно тоже редактирую, потому что все меняется, и, собственно, это видео может быть тоже немножко неактуальное через 2, 3, 4 месяца, потому что каждый раз почему-то AliExpress решает, что он вводит новые правила и что-то разное дает. Но, в общем, история такая, что в ноябре месяце я тоже узнал об этой акции, собственно, просто у какого-то рандомного чувака из интернета в группе нашел его код, и ввел его, за что мне дали купон 8 от 50. Возможно, сейчас что-то даю другое, потому что у меня нет, ну, как бы активного аккаунта, который с покупками, только такие чистые аккаунты, на которые дают вот, 3 доллара от 4. Но суть в том, что в тот момент дали 8 от 50, я его использовал, был рад, счастлив и забыл про эту акцию. И когда я начал группу развивать, кстати, почти 3000 человек, ребята, спасибо вам большое, и подписывайтесь, не забывайте, кого там нет, там много интересного. В общем, почти в феврале месяце я начал эту тему развивать, создал обсуждение, там тоже оставил свой код, и, собственно, люди начали в комментариях делиться тоже своими. И по моему коду тоже начали регистрироваться, за что мне начали давать купоны. Вообще ограничение это 10 купонов в месяц, и дают этот код, точнее, дают эти купоны не только за новых пользователей, но и за старых. И тем можно ими воспользоваться только один раз. То есть вы взяли код, воспользовались, и все, ваш аккаунт, все, все, больше на него ничего нельзя использовать. И, собственно, вот моя статистика за 3 месяца, которую я подвел. В марте месяце за нового пользователя давали 320 рублей от 640, то есть это 5 долларов от 10, а за старого пользователя 200 рублей от 600.
В апреле месяце за тех же новых пользователей уже давали 384 рубля от 640. Вот где-то вот там сбоку вы увидите эти купоны. Это, то есть, 6 долларов от 10, а за старого также 200 от 600. В мае месяце, к сожалению, у меня новых пользователей на аккаунте не появилось. Буквально дали купон вчера, 6 мая. Только за старых пользователей я получил 500 от 1000. Что, в принципе, довольно неплохо, и что будет в июне, я, опять же, не знаю, потому что AliExpress каждый раз что-то новое придумывает, вводит, и, возможно, будет не актуально, но в описании я постараюсь что-нибудь менять, и чтобы все было более-менее. Но, когда, то есть это было в ноябре, там, в декабре-январе, новым пользователям давали 4 от 5 доллара, соответственно, 3 от 10, 5 от 20 и 7 от 70. Сейчас для СНГ, я не знаю, нас просто урезают, как-то у нас и так доллар стоит 75 рублей, а у нас еще тут всякие купоны урезают, то есть дают 100 от 500, 200 от 1000, 500 от 5000. Но, в принципе, фишка с изменением страны, например, там на США, на Канаду, то это все тоже, в принципе, работает, и мы будем получать уже купоны такие более-менее, там 4 от 5, 3 от 10, ну, в общем, такие. Уже получше, чем было. Поэтому все, в принципе, в описании продублировано, читайте и смотрите. Выгодны ли эти купоны? Конечно, выгодны. Но тут, наверное, больше всех выигрывает AliExpress, потому что он и получает и нового активного пользователя, и вы еще как бы покупаете с этим купоном, конечно, со скидкой, но тем не менее. В общем, AliExpress всегда выигрыши, а мы только тратим деньги. Но тем не менее, спасибо хоть на том, что нам дают такие купоны, и их можно применять, и то, что это реально работает. И я вот купил сегодня носочки со скидкой. 300. За 300 рублей носочки купил 10 пар. В общем, вот такие вот у меня новости. Что еще сказать? Даже и не знаю, потому что есть у меня еще промокод на 4 от 5 для новых пользователей. Он, я не знаю, будет ли активен, я с менеджером спешусь. В общем, если что, тоже ссылку в описании оставлю. Если он будет работать, то пользуйтесь, применяйте. И, наверное, на этом все. Делитесь в комментариях, конечно же, своими кодами, чтобы друг другу помогать. Все были с купонами, просто обмазывались этими купонами. И переходите в комментариях и ищите, в общем, там коды, чтобы ими пользоваться и получать купоны. И пишите в комментариях, какие купоны вам дали, если вы воспользовались кодами, которые вы нашли в описании или там где-нибудь в группе, в общем, тоже чекайте, смотрите. Ну а с вами был Артем, всем удачи, всем пока, до скорого, как-нибудь увидимся. Лайки, подписки тоже не забывайте ставить. Вот. Спасибо.